Братья и сестры, мир вам! Мы будем начинать наше вечернее служение. Сегодня у нас здесь небольшой, я не знаю, с чем сравнить, муравейник или улей небольшой, но пчелки гудят, похоже. И это хорошо, друзья, это наше благословение, это наше будущее, поэтому сегодня у нас есть возможность и послушать их, и поддержать их в молитве, и помолиться за них. Поэтому я очень бы хотел поощрить, когда у нас будет время молитвы, друзья, не промолчите, помолитесь за детей. Может быть, это ваши здесь дети, может быть, это ваши внуки здесь. Помолитесь, чтобы Бог благословил их возрастание, чтобы они не потерялись в этом мире. Сегодня у нас очень насыщенная программа, сегодня у нас участие детей. Они подготовили тему на праздник мамы, который будет у нас скоро, воскресеньем, поэтому сегодня они поздравят своих мам и всех мам. Также у нас праздник Вознесения, который мы тоже будем сегодня вспоминать. И сегодня у нас есть еще участие друзей наших, семья американцев, о которых я чуть-чуть позже больше скажу, они тоже имеют участие и свое представление, вот, или же программу свою. Мы помолимся, чтобы Господь благословил нас. Боже наш, мы благодарны Тебе за милость Твою к нам. Благодарим Тебя за то, что в этот вечер, Господи, мы могли оставить все свои дела, могли прийти в дом Твой для того, чтобы поклониться Тебе. Желание наше, Господи, чтобы сегодня мы могли прислушаться к голосу Твоему, чтобы Ты сегодня проговорил каждому из нас. Господи, мы понимаем, что сегодня есть участие детей, и мы верим, что Ты через младенческие уста тоже говоришь свое слово. Поэтому мы просим, вдохнови детей наших, благослови и нас поддержать их в молитве, Господи. Благослови сегодня Слово Твое, благослови наших друзей, которые тоже будут иметь участие. Мы просим, чтобы Ты устроил все по воле Твоей, и пусть в этом служении будет прославлено и возвеличено имя Твое нашего Бога. Аминь. Давайте мы вместе споем номер 7 «Благословение и потоки». Thank you.
Пожалуйста, присаживайтесь. Еще одно пение мы споем. И после этого пения, пожалуйста, детская программа. Детки, пожалуйста, будьте готовы. После пения начинается ваша программа. Сегодня в нашем служении будет сначала детское участие, а затем у нас будет одно слово. Брат призовет к молитве, а затем у нас будут друзья-американцы участвовать. Итак, мы вместе поем еще номер 856 «В одни прекрасной юности». Я ее не выбирал, это вам не новость. Писем длинных не писал, мой свидетель совесть. Верьте мне, мои друзья, взрослые и дети. Не Господь ее послал, лучшую на свете. Лучше всех она людей, дарбит сыны Божий. В этом мире нет милей, и ее дороже. Среди земных всех голосов маме не узнаю. В темноте ее шаги точно угадаю. Мама лучше всех моя, хоть порой и строго. Я ее не выбирал, это дар от Бога. Аминь.
конфеты, но мама нам приносит игрушки и конфеты. Но маму я люблю, а не совсем не за это. Веселую песню она певает, но скучно вдвоем никогда не бывает. Я ей открываю все мои секреты, но маму я люблю не только за это. Люблю мою маму, скажу вам прямо, но только за то, что она моя мама. Ручки мыть, умываться, зубы чистить, одеваться. Научила мама нас. В жизни это очень нужно. С мамой я играю в прятки. Учит мама и зарядки.
Заняты мы добрым делом, будем здравы, сильны телом. И читать, писать, учиться мама учит, не лениться, то в тревоге, то в покое, сон, все на пользу, не о Боге. Мы же молимся, конечно, с упованием и сердечно. Не коснется нас несчастье, наша жизнь Господне счастье. Помоги мне, милый Боже, чтоб на маму быть похоже и быть образом Христовым, и чтоб всегда быть сердцем новым. Аминь. День я хочу пожелать маме счастья и радости много, чтобы с нею была благодать и поддержка всесильного Бога, чтобы с нею была благодать и поддержка всесильного Бога. Пусть Господь будет в помощь тебе, пусть научит воспитывать деток, шли во Христе, Его милости были сокрыты, чтоб отраду нашли во Христе, Его милости были сокрыты. Пусть научит простить и вошлет, как детей научить и доставить, Бог поможет тебе до конца, и пути никогда не оставить. Бог поможет тебе до конца, и пути никогда не оставит. Всей душой я хочу пожелать и здоровья, и силы от Бога. Он скорбя может радость послать, и поддержка земная дорога. Он скорбя может радость послать, с ним не тяжко земная. Сегодня мы желаем поздравить наших мам с тем, что вы растите детишек-христиан. Твоя молитва, мамочка, поддерживает нас. Молись за нас, пожалуйста, Иисусу каждый час. Еще ты помни, мамочка, что вижу я тебя, и ты так поступаешь, ты пример для меня. Как слушаешь ты пастора, как любишь ты Христа, как к людям ты относишься, как любишь ты меня. Ты стал моя мамочка, учителем моим. Ты учишь, как рассказывать о Господе другим.
И вечером, когда уже все в доме будут спать, мы с тобой сядем рядышком немножко поболтать. И будем мы от Господи только рассуждать о том, как скоро я смогу невестой уже стать. Сядь! Люблю тебя я, мамочка, и Господа прошу, чтобы Он благословил тебя и всю мою семью. Аминь. Thank you.
мне сказку расскажет, и сделает сладкий пирог, и даст мне, немножечко пряжи, что с кошкой побегать смогла. А где мне подарок рубанок? Рубанок. Гвоздей принесет молоток и будет готов с позоронок скворничи у нас и совок. А папа уйдет на рыбалку. Рассказывай рыбок своих. Мы рядом дневную развалку, пойдем мимо ерехетных. Грибов напьем на опушке, собой казино возьмем, забытые свечи из пушки, мы чай с малиной попьем. А мама склонясь на кроваткой, спокойной песни споет, помолимся вместе мы кратко и добрые сны позовем. В окно вырывается ветер, я думаю, долго не сплю, но чем мне на это ответить, я просто их очень люблю. Аминь. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, детки, молодцы, очень хорошо поют. Вот. И последний стишок был про семью, да. Папа, мама, бабушка, дедушка, слава Богу. Но церковь ведь тоже, да, мы все вместе, мы здесь семья, мы должны помогать друг другу, уважать пастора, уважать друг друга. И мы сейчас будем петь с детками песню «Мы семья, мы одна семья». И, пожалуйста, я хотела бы, чтобы вы присоединились к нам.
братья и сестры, вот у нас одна большая семья, и наши дети с нами сегодня имели эту возможность участвовать. И мы очень рады за то, что Бог благословляет наши семьи, дает нам действительно свое благословение через детей. И мы очень рады, дети, что у вас сегодня была возможность такая, и вы выдержали это испытание, выдержали, никто не заснул. Поэтому мы очень рады, что мы могли быть с вами в общении. Сейчас мы будем петь общим пением. Дети, наверное, тогда вы будете проходить уже в свои классы. Вместе давайте мы стоя споем из сборника номер 1180. «Слышно в мире весть о том повсюду». Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Дорогие друзья, братья и сестры, у нас сегодня прекрасный вечер, и наследие наше, оно с нами. Когда смотришь на наше наследие, себя невольно узнаешь и всегда радуешься, что они лучше, чем мы были. Но Слово Божие говорит о том, что действительно благословение дети для нас, и евангелисты говорят о том, что детей нужно пускать к Иисусу Христу для того, чтобы было благословение. Но в нашей жизни мы должны всегда понимать о том, что мы иногда можем быть препятствием для этого. Сегодня хотелось бы немножко вспомнить о очень важном действии, я бы так сказал, и, может быть, о том, что произошло много лет тому назад, то, что является очень важным фактором в жизни каждого христианина – вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Обширная тема, но сегодня хотелось бы просто вкратце перед молитвой поделиться тем, что действительно оно значит для нас. Давайте спросим себя, каждый в отдельности, зададим себе вопрос в отношении праздников. Для чего нам праздники и почему мы их празднуем? Есть важные праздники, есть менее важные праздники, мы это понимаем, но когда мы посмотрим с другой стороны, то есть встречи и есть расставания. Возьмем, к примеру, встречи, они бывают разные. Одни приносят нам грусть, другие приносят нам радость. Если мы говорим о разлуке, в большинстве случаев она приносит грусть, нежели радость. И все зависит от того,
Как именно вот это событие, соответствующее, влияет на нас, на нашу с вами жизнь? Это очень важно. Что происходит с нами, как мы себя чувствуем в тот момент, когда нас ждет разлука с любимым человеком, когда нам приходится прощаться, может быть, из-за переезда или уезда с теми, кого мы любим, кому мы привыкли, в частности, наши родные или друзья. Мы понимаем, что разлука, она приводит человека в печаль, она уводит в раздумье, или, другими словами, посещает нас воспоминания, и все-таки грусть, она имеет свое место, и она приходит на некоторое время. Но, с другой стороны, если посмотреть, может ли разлука присутствовать, может быть ли в разлуке присутствовать луч надежды или радости на опять ту же самую встречу? Некоторые примеры в Библии мы можем находить. Это когда Яков прощался со своим сыном Иосифом. Помните, как он переживал, как он действительно скорбел о своем сыне, не зная, что происходит. Или Руфь с невестками, или сестра, одна и вторая в отношении Лазаря, брата своего. Очень много есть, мы можем находить на странице Священного Писания. И почти в каждой разлуке всегда есть какое-то сожаление, даже, может быть, какое-то повеление или пожелание. Но когда мы читаем Священное Писание, в Писании мы находим особенный момент из жизни учеников. Тот момент, когда им пришлось прощаться. Иисус, который учил их, в продолжение 40 дней являлся после воскресения, который говорил о Царстве Божьем, собрав их в один прекрасный момент, дав им повеление в том, что придет время, им нужно что-то будет сделать, оставаться на определенном месте для того, чтобы получить силу свыше и быть свидетелями Его воскресения и Его спасения. Когда мы читаем в Евангелии, мы видим то, что учеников не только это интересовало, но их интересовало то, когда будет восстановлено царство Израиля. Рим, который занимался своей работой, который привносил неудобства в жизнь Израиля, имел свое место, и понятно, что они ждали освобождения. Когда Иисус Христос их собрал, то они понимали, что что-то будет происходить. И они прощались не просто с другом. Слово Божие говорит, они прощались с своим учителем. И если мы читаем Священное Писание, то это было не на день, на два, а почти, даже больше, мы можем быть уверены, на тысячелетия. Пройдя вот этот период времени, и понимаем то, что Слово Божие говорит о том, что будет встреча опять. Поэтому сегодня ко мне к вам вопрос. Если у нас есть расставание в нашей жизни, что происходит с нами? Как мы себя чувствуем, как мы на это реагируем? Но, дорогие братья и сестры, сегодня Слово Божие обращает мое и ваше внимание на то, что прощание, которое было в тот момент между Иисусом и учениками, оно было особенным. И Слово Божие говорит, что эта разлука, она очень повлияла и в то время на учеников. Но мы понимаем, что и в нашей жизни бывают такие моменты, и как нам к этому относиться. Когда мы читаем то, что пишет евангелист Лука в 24 главе, то он говорит о том, что Иисус Христос, Он отверз их разум, их ум к тому, чтобы они могли уразуметь Писание. Не только Ветхозаветнее, но и то, что принес Иисус Христос, дополняя благодатью Своею. Что делать и как поступать? Тогда возникает вопрос, как нам действовать? Действительно ли в этом есть надежда или может быть какая-то печаль? Какой пример для меня и для вас? Лука пишет о том, что при встрече с учителем после воскресения, что произошло с учениками? Они смутились и что? И испугались. Но Иисус, увидя их реакцию, Он сразу обратился к ним, обратил свое внимание на все вот эти обстоятельства, и Он прямиком направил лекарство прямо в их сердце. И Слово Божие говорит о том, что смущается, для чего такие мысли входят в ваше сердце. Почему вы испуганы? Почему вы смутились? Он понимал, что им нужно доказательство, потому что по той реакции, которая у них была, они нуждались в этой поддержке. И сегодня вопрос ко мне и к вам, в каком состоянии наше сердце?
Сегодня мы празднуем Вознесение Иисуса Христа, или мы возносимся в присутствии Господа нашего. Это очень важно. Иногда мы очень привыкаем к праздникам, и нам хорошо. Вознесение, Христос вознесся. Воскресение, Он воскрес. Или какие-то другие праздники. Но как это работает в моей и вашей жизни? Псалмопевец в 50-м псалме пишет следующее: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее из снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лице твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверги меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня». Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Сам псалмопевец Давид, дополняя ту миссию, которую Господь призвал своих учеников, он обратил внимание на сердце. Это очень важно. Какое настроение нашего сердца? Действительно ли оно с воскресшим Христом? Действительно ли оно чувствует вот эту разлуку и печаль? Или действительно в этой разлуке есть радость? Почему? Потому что придет время, и мы опять встретимся. Слово Божие говорит о том, что действительно Иисус есть тот путь, который является благословением. И когда мы читаем вот 24 главу там ниже, мы видим то, что Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит: «Вот это Я Сам, воскресший в новом теле. Вот мои руки, вот мои ноги, потрогайте». И Христос, другими словами, говорит: дорогие, вера должна иметь место в вашем сердце, а не присутствие какого-то непонятного состояния, какой-то боязни, какого-то смущения. Ведь я с вами был такое долгое время, а потом я вам еще являлся, и у нас проблема. Сегодня иногда в нашей христианской жизни за нашей спиной долгое время хождения перед Господом Иисусом Христом. Но иногда мы с вами ненароком можем ощутиться в таком положении. И тогда вопрос ко мне и к вам: что происходит с твоим сердцем? Потрогай меня опять, прислонись ко мне, рассмотри, потому что я совсем другой после воскресения. Нету у духа плоти и костей, как написано. И мы видим, что ученики возрадовались. Но их радость была тоже интересной. Смотрите, написано, что они были в неверии и еще удивлялись. Я задал себе вопрос. Ученики, которые пребывали с Иисусом 24 часа на протяжении вот этих лет, и все равно они давали место в своем сердцу каким-то смущениям, каким-то переживаниям, каким-то неверием. Поэтому евангелист Лука, он описывает и говорит, что очень важно в то время для Иисуса было ободрить и исполнить их желанием идти и быть свидетелями. Это очень важно. И написано, что «Я все вам сказал, и все произошло так, как написано было в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах». И мы видим, что уверенность, которую Господь посеял в их сердце, она отвергла вот это сомнение, и их разум устремился к Писанию, устремился к тому, к чему Господь их призывал. Вы помните, что они спрашивали, когда будет обновление, когда ты возродишь, когда ты отстроишь царство, но Иисус Христос очень кротко сказал: «Не ваше дело. Ваше дело быть там, где нужно, чтобы принять силу и чтобы быть мне свидетелями». Поэтому Иисус Христос делает описание и говорит о том, что из-за особой любви я пострадал и воскрес третий день. Лука пишет о том, что Иисус Христос обратил внимание, что будет проповедано Евангелие в покаянии и прощении грехов во всех народах. И самое важное, что вы свидетели, самые близкие, и вы должны понести эту весть. Три момента. Первое. Вознесение Христа – это обетование Отца, так говорит святой Лука. 24 глава, 49 стих написано: «И я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Дорогие друзья, вознесение Иисуса Христа – это обетование от Отца.
Это та картина, о которой описывает сам Бог Отец. И Он говорит о том, что Дух Святой, Утешитель, Он придет, даст вам силу свыше, чтобы вы могли нести это слово дальше. И сегодня, когда мы с вами вспоминаем о том, что есть праздник Вознесения Христа, то это говорит нам о том, что придет время, и мы будем вознесены. Но так как мы еще в плоти на земле, у нас есть задание, которое Господь нам оставил. И если у нас есть сила Духа Святого, то наша жизнь, она будет примером как в слове, так и в деле тем, кто вокруг нас. И мы должны говорить о том спасении, которое приготовил не только для нас Господь, но и тех, кто рядом с нами. Иоанн в 14 главе пишет следующее, 21 стих и ниже. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, того любит, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюбит. Возлюблен будет отцем моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Иуда не Искариот говорит ему: «Господи, что это? Что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» И Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца». Вознесение Христа – это обетование Отца. Это то, что через Иисуса Христа Господь оставил нам сегодня наше назидание, чтобы мы соблюдали Его Слово, чтобы мы возлюбили Его. Почему? Потому что Он явился в этом. Он явил свою любовь, Он показал свою силу, Он показал свое Слово, и Он говорит, что тот, кто не любит, он не соблюдает. Поэтому, с другой стороны, когда мы смотрим, есть ли в нашей жизни вот это вознесение Христа не соблюдается как обетование Отца, то мы не на правильном пути. Второе, на что обращает Лука внимание, он говорит, что вознесение Христа – это благословение Отца Небесного. Это 50 стих и ниже. «И вывел их из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Вы можете себе представить реакцию учеников, когда они были вместе, но пришло время, и когда он говорит, что я был с вами определенное время, и сегодня я хочу, чтобы вы не копали время или даты, или сроки, когда будет возрождение или восстановление Израиля, но чтобы вы получили силу, чтобы быть моими свидетелями, то является важным. Почему? Потому что обетование Отца в том, чтобы вы были там, где я буду. И Господь говорит о том, что это является благословением. Мое вознесение – это благословение для вас. Наше благословение от Господа посредством Его Слова. Господь говорил Слово Своим ученикам. И Он говорил о том, что Слово, оно имеет и дух, оно имеет и жизнь для повседневности верующего человека. И если Христос это говорит, то это есть истина, и она должна пребывать и в моем, и в вашем сердце. В 6 главе Иоанн говорит следующее. «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь». Дорогие друзья, те слова, которые Христос оставил, Слово Свое, это дух и жизнь. Когда оно есть в моей жизни, то понятно, что мы будем праздновать Вознесение Христа. Почему? Потому что это та надежда, которой мы ожидаем. Это не то, что принесет нам грусть. Почему? Потому что это радостное событие. Он пообещал прийти и забрать нас к себе. Но если нас посещает грусть, это говорит о том, что мы сомневаемся в том, что придет время, и Господь вознесет нас от этой земли. Поэтому мы должны быть внимательны к тому, как мы слушаем и как мы живем. И третье, вознесение Христа – это прославление Отца. Первое – это обетование. Обетования всегда прибудут, что обещал Бог, то даст. Бог отвечает за свое слово. Человек может не отвечать. Человек может забыть, но то, что говорит Господь, оно просто так не пройдет, даже ни одна йота, потому что оно исполняется, и оно будет исполнено. Поэтому вознесение Христа – это также благословение Отца для нас с вами, дорогие друзья, и это прославление Отца нашей жизнью. 52 стих ниже. «Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Слово Божие говорит конкретно то, что действительно вознесение Христа – это прославление Отца. Смотрите на ту ситуацию, которая происходит буквально в то же самое время. Когда Иисус Христос
возносится, оставляя своих учеников, дав им обетование, дав им благословение свое, понимая то, что они этим прославят Отца. Написано, что они поклонились Ему, они поклонились вот этому царю, князю, благословенному учителю. Написано, возвратились в Иерусалим с грустью в сердце, с переживаниями. Не так написано, написано с великою радостью. То, что почило в их сердце, вот эта вера, действующая любовь, вот это живое слово, оно преображало, оно изменяло. И они уразумели, что они призваны к тому, чтобы нести весть спасения и другим. И написано, они возвратились, пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Их желание было быть вместе, изучать и продолжать то учение, которое Иисус Христос ставит, то благословение и то искупление, которое имеет человечество по благодати. Поэтому наше истинное поклонение Господу говорит о том, что мы с вами получили действительно настоящую радость от того, что я или вы встретились с Господом Иисусом Христом. И наше желание сегодня свидетельствовать в нашем доме, где бы мы ни были, своим поведением, своей жизнью, о том, что действительно Бог сотворил, и это является благословением. Тот же Иоанн, ученик, пишет следующее во 2 главе 46 стихом и ниже. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Вот та миссия, которая исполнялась уже в то время. То, как они его встретили воскресшего, те переживания, какие у них были, то смущение, оно изменилось на радость. Оно изменилось на уверенность. Они увидели, насколько благ Господь. Они увидели то, насколько важно действительно исполнять поручение, которое оставил им Господь Иисус Христос. Поэтому, пребывая в простоте своего сердца, единодушно пребывали в храме, хваля Бога и находясь в любви всего народа. И написано, что по ихнему поведению, по ихнему служению ежедневно прилагались спасаемые к Церкви Божией. Поэтому пусть Бог благословит нас и поможет каждому из нас в отдельности опять подумать о том, действительно, вознесение Иисуса Христа – это просто праздник, это то, что мы можем вспомнить по происхождению 2000 и больше лет тому назад, или это действительно обетование, которое мы имеем. Потому что Слово Божие говорит о том, что когда вознесся Христос, то это не просто так. Это благословение Отца. Это благословение Отца, оно выливается в прославление Отца. И когда мы с вами читаем 14 главу Иоанна, написано: «Да не смущается сердце ваше, веру «Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду, приготовлю место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Если бы не так, ничего бы не обещалось. Но так как Он пошел приготовить место, дорогие друзья, то это место сегодня готовится для меня и для тебя, дорогой друг. Это очень важно, потому что Он придет и заберет нас к себе, чтобы мы могли быть там, где Он. Поэтому сегодня вопрос ко мне и к вам. Вознесение Христа, какую роль оно играет в твоей жизни? Является ли это для тебя обетованием? Является ли это для тебя благословением? И является ли это для тебя тем фактом прославления, которое ты получаешь в своей жизни? Ту радость, то наполнение, ту уверенность, которую дает тебе вознесшийся Христос, который обещал, что Он придет для того, чтобы забрать тебя, как своего, к себе в вечность. Пусть нас благословит Бог, и да будет Его имя прославлено в этом. Помолимся Ему. Аминь.
Творец неба и земли, сердечная Тебе благодарность, Господи, в этот вечер за Твое вознесение, Господь. Благодарен Тебе за то, что Ты пошел к Отцу для того, чтобы приготовить место для меня и для каждого нас в отдельности. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Твое вознесение, Господи, это обетование, которое мы получаем, когда мы получаем силу, когда мы получаем поручение быть свидетелями в этом мире о Твоем искуплении, Господи. Это действительно благословение, которое мы получаем в исполнении Твоего слова, вхождение пред Тобой, слово, которое дает жизнь и наполняет Твоим благословением, Господь. Благодарим Тебя за то, что в нашей жизни мы можем прославить Отца той надеждой, которую Ты нам даешь, потому что верим, что Ты придешь, чтобы забрать нас к себе. Но так как мы сегодня еще здесь в плоти, но наш дух бодрствует, наш дух радуется, потому что мы имеем надежду на встречу с Тобой. Поэтому помоги нам помнить о том, что среди нас есть те, кто сегодня живет без надежды, кто в смущении, кто в переживании, Господь, чтобы радость нашего сердца, она могла излиться и в их жизни, чтобы мы могли быть примером, Господи. Да будет Твое имя прославлено в нас и в жизни наших детей, вечный святой. Аминь. Итак, братья и сестры, я хотел бы сегодня, сейчас пригласить наших друзей. Это Брейден Уоллер и его семья, супруга и пятеро детей, с которыми они занимаются миссионерским служением. Сейчас, в данное время, он находится в поездке миссионерской, начиная со штата Миссури, по всей Америке, по разным штатам, по разным церквям. Они ездят для того, чтобы рассказывать на примере взаимоотношений между супругами в семье, как это является прообразом между Христом и Церковью. Вот. И также они совершают служение в Израиле, и я бы хотел, чтобы они больше могли рассказать то, что они приготовили для нас, свои свидетельства, вот, могли поделиться вместе с нами, и сестра Вероника будет переводить их. Мы их приглашаем, чтобы они, наверное, прошли сюда. So we are welcome you. We're glad to see you here. So please share your story. Okay, thank you very much for having us. So my name is Brayden. Спасибо большое, что приняли нас. Меня зовут Брейтон. And this is my wife Tally. Это моя жена Тали. And we have 5 children with us here. И вместе с нами у нас 5 детей. It was wonderful seeing the children up here singing. It was beautiful. Это было замечательно увидеть детей, которые пели сегодня. Это было очень здорово. And we also have 3 young ladies that are traveling around the country with us, sharing this message. С нами также 3 молодых сестры, которые с нами путешествуют. And one of the young ladies is with us, Stephanie. She's actually a Russian. И одна из этих девушек это Стефани, она русская. Yeah. Yes. So we're just going to share a little bit. We're going to share a little bit about what our family does in Israel, and also a little bit from my wife and I's story, how God brought us together. И мы немножко поделимся. Мы поделимся тем, чем мы занимаемся в Израиле, а также моя жена поделится своей историей. So to start off, I just want to make a declaration from the prophets, from the prophet Jeremiah. Для того, чтобы начать, я хочу сказать провозглашение из пророка Иеремии. It says in Jeremiah 31, verse 7. В Иеремии 31:7 говорится. For thus says the Lord. Так говорит Господь. You just want to read it and translate? Or it would be easier to translate. Откройте, пожалуйста, Библию Иеремия 31:7. Okay, so it says, sing with gladness for Jacob. And shout among the chief of the nations. Proclaim, give praise, and say, O Lord, save your people, the remnant of Israel. 31:7. So this prophecy that Jeremiah gave, то есть это пророчество, которое сказала Иеремия, is one that he says should be proclaimed in the nations. Он сказал, что это должно быть провозглашено всем народам. So it's a call for the nations to pray for Israel. It says, "O Lord, save your people, the remnant of Israel." То есть это призыв народам, чтобы они провозглашали. Он говорит: "Господь, спаси своих людей." In the same chapter, 3 verses later. В этой же главе 3 стиха позже, ниже. It says, "Hear the word of the Lord, O nations." Написано: "Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: Кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое.
So he's saying, God is saying that this is to be declared in the nations that he who scattered Israel will bring him back to their land. То есть Господь говорит, тот, кто рассеял народы, он должен же его привести в свой уже народ. So we are seeing this happen today. The Jewish people are being gathered from all the nations of the earth back to Israel. То есть это то, что мы видим. Евреи со всех народов, со всех стран собираются назад в свою землю, в Израиль. So our organization, Hayuvel, то есть наша организация brings around 300 volunteers every year to help the Jewish people, to help the Jewish farmers in Israel. Каждый год приводят 300 волонтеров, чтобы работать на фермах в Израиле. So in Israel, Russian is actually the fourth most common language in Israel. То есть в Израиле русский язык это четвертый язык, на котором говорят в Израиле. So you all might feel at home there. То есть все вы можете чувствовать себя там как дома. We would love to invite you to come and be a part of the work. Мы бы очень хотели пригласить вас и быть частью нашего служения. Israel is the second most common word in the Bible. Израиль это второе встречающееся слово в Библии. The only one that's used more is the name of God. Другое, которое намного чаще встречается в Библии, это имя Бога. God loves Israel. Бог любит Израиль. It's a big subject on his heart. Это большая тема в его сердце. All of the nations want to come against Israel. Все нации, все народы хотят идти против Израиля. But as the people of God, но как люди Божьи, we want to be on the right side. Мы хотим быть на правильной стороне. So we invite you to come and be a part of blessing the people of Israel. Поэтому мы хотим вас пригласить, чтобы вы пришли и были частью людей, которые благословляют Израиль. If you would like more information, there are pamphlets in the back on the table. Если вы желаете больше информации, есть в фойе, есть на столе больше информации, и там есть брошюры. We have all age groups, from babies to people in their 90s. У нас есть все группы людей, то есть от детей до 90-летних. So we invite all of you families. Поэтому мы всех семей приглашаем. There is also a sign-up sheet in the back. Также есть там лист для подписки. If you would like to get connected more to Israel, we would love to send you some updates from our organization and give you more information. Если вы желаете больше контактировать, иметь контакты с Израилем, мы можем высылать вам информацию и новости о нашей организации. So now we're going to talk a little bit about how God brought us together. Теперь мы немножко поговорим о том, как Господь нас свел. My wife and I come from very different backgrounds. Моя жена и я, мы совсем с разного прошлого. I grew up in an Amish community. I wasn't Amish, but I lived among the Amish. Я вырос и рос в обществе Амишей. And we lived off the land. We raised produce for a living. И то есть мы питались и жили тем, что производила земля. At the same time, my wife was in New York City studying to be a seamstress, a fashion and design. В то же самое время моя жена жила в Нью-Йорке и обучалась тому, чтобы быть стилистом-дизайнером. So God did a major work in bringing us together. То есть это была огромная Божья работа, чтобы свести нас. So we're just going to share a little bit of our story. Поэтому мы немножко поделимся нашей историей. The first thing we want to point out is that we live in a very special generation. Первое, на что я хочу обратить внимание, это то, что мы живем в особом поколении. The first time that Jesus came to this earth, John the Baptist prepared the way for him to come. Первый раз, когда Христос пришел на землю, Иоанн Креститель приготовил дорогу для Христа. We want to be a part of the generation that prepares the way for Jesus to come again. Мы хотим быть частью, быть поколением, которое приготовит путь для Христа, для возвращения Христа. The culture is going further and further into darkness. Культура дальше и дальше уходит в темноту. They're making choices to walk away from God and away from His ways. Они избирают уходить дальше от Бога, от Его путей. We want to be a part of a generation that says yes to the Word of God and yes to the call to prepare the way. Мы хотим быть частью того поколения, которое будет говорить «да» Слову Божьему и «да» тому, что приготовит ему путь. Yes, so in Revelation chapter 22, в Откровении 22 главе Jesus says,
one statement three times. Иисус повторил одно утверждение три раза. He says, "I am coming quickly." Иисус говорит, все гряду скоро. And so I believe He desires for us as His people. И я верю, что Он желает как для нас, как своих детей. To make ready for His coming. Чтобы мы были готовы к Его приходу. So the way that God brought my wife and I together. Поэтому то, как Бог нас, меня и жену свел. We feel is a picture from the Bible of how He relates to His people, because God is a bridegroom king, right? Мы верим, что это как является картина Библии, то есть как бы мы говорим, что мы являемся, церковь является невестой для своего царя. So we got betrothed. My wife and I got betrothed. То есть я и моя жена, мы обручились. And in this process, we had a covenant relationship being betrothed. И в этом процессе у нас было отношение завета, то есть будучи обрученными. In our culture today, people get engaged, right? В нашей культуре сегодня люди как обручаются друг с другом. But in the times of the Bible, they got betrothed. Mary and Joseph got betrothed. Но как в Библии мы читаем, Иосиф и Мария, Мария была обручена мужу своему. And so the difference between engagement and betrothal. Oh, okay. Помолвка и обручение. So yeah, in American culture, so engagement is a commitment towards marriage, right? But whereas betrothal would be an actual covenant at that time. То есть в нашей культуре говорится, если engagement это помолвка, это значит, что это будет обязательство к свадьбе. А в Библии написано, что это было больше как отношение завета. So in our relationship with Jesus. То есть в нашем отношении с Христом, с Иисусом. We have a covenant relationship with Him, right? У нас есть отношение завета с Ним. And we're looking forward to the wedding, the marriage supper of the Lamb. И мы ожидаем брак невесты с Агнцем. So if you're interested in seeing more of our story, there's a DVD that we have. Если вы заинтересованы больше узнать о нашей истории, у нас есть диски. Someone came out and videoed our wedding. Кто-то пришел и записал нашу свадьбу. And the reason we did these things, these ancient customs. И причина, по которой мы проходили по этим старым обычаям, is because we feel like it's a reflection of the heart of God towards His people. Потому что мы верим, что это отражение Божьего сердца по отношению к Его людям. There's also a book on the table back there. Также там на столе есть книга. That has stories of couples that got betrothed, like Mary and Joseph. You know, not just like them, but. Это истории людей, которые были подобны Иосифу и Марии, которые обручались. But that book is also available if you're interested in learning more. То есть эта книга также будет доступна для вас, если вы захотите больше узнать об этом. To give you a glimpse at our wedding, we didn't know the day or the hour. Чтобы вам немножко рассказать о нашей свадьбе, мы не знали ни дня, ни часа. Just like we won't know the day or the hour that Jesus comes back. Точно так же, как мы не будем знать ни дня, ни часа, когда придет Христос. So it makes for a very exciting wedding. То есть это будет очень восторженная свадьба. When Braden came, he came at the sound of a shofar or the trumpet. Когда Брейден пришел, он пришел по звуку сафара, шафара. It was a good day. Это был хороший день. It's going to be a good day when Jesus comes back. Это будет такой же хороший день, когда Христос вернется. I was a bride who was very excited about my bridegroom coming back. Я была невестой, я была в восторге, когда мой жених пришел. And we need to be excited about our heavenly bridegroom coming back for us. И мы также должны с восторгом ожидать, когда наш небесный жених вернется. We also want to encourage you as a culture, as families. Мы также хотим ободрить вас как культуру, как семьи. To encourage waiting for your spouse. Чтобы поощрить вас ожидание вашего супруга или супругу. The culture has decided to go in a direction where you have many partners before you get married. Культура решила принять направление или типа направления, когда у вас есть много партнеров до того, как вы выйдете замуж или вступите в брак. We want to say that this is not God's way. Мы хотим сказать, что это не Божий путь. God has a better plan for His people. У Бога есть лучший план для своих людей. In the Song of Solomon,
there is a charge that's given to the young ladies. В книге «Песни песней» есть повеление, которое написано для девушек. It said three times. Три раза написано. It says, "I charge you, O daughters of Jerusalem." Написано, я повелеваю тебе, дочери Иерусалима. Do not awaken or stir up love until its due time. Не пробуждать любовь до своего времени. That means waiting for that one time and for that one person. Это означает ожидать для этого единственного времени и для этого одного человека. It's a very safe place to be as a woman. Это очень безопасное место для нахождения как женщине. The encouragement goes along to the men to be serious when they engage in a relationship. Также это поощрение для мужчин быть серьезными, когда они вступают в отношения. So Braden is a testimony of someone who grew up and never had a relationship with anyone before he met me. И Брейден это тоже свидетель того, который вырос не входя ни в какие отношения до того, как он познакомился со мной. He's the oldest of 11 children. Он самый старший из 11 детей. And seven of them are married now. И семеро из них сейчас женаты. And they have all gotten married without ever having had a relationship before. И все семеро из них они женились без того, чтобы иметь до этого какие-то другие отношения. I did not have the same story. У меня не такая же история. I grew up in the American culture. Я выросла в американской культуре. And went through the dating world. И прошла по этому пути как бы встречания. A big influence in my life was movies and television. Большое влияние на мою жизнь оказали это фильмы, телевизор. And magazines. И журналы. And all of these things, when I was 22 years old, God told me that I needed to stop doing these things. Когда мне было 22 года, Господь сказал мне, что мне нужно прекратить это все. I got very excited about the kingdom of God. Я была очень в восторге для Божьего по отношению к Божьему царству. The word of God is very exciting. Слово Божье это приводит нас в восторг. If you watch too much movies, it doesn't become exciting anymore. Если вы слишком много смотрите фильмов, оно уже не настолько приводит вас в восторг. So we encourage you as you make choices and allow influences into your life. Поэтому мы хотим поощрить вас, когда вы делаете выборы и позволяете влиянию приходить в вашу жизнь. Be wise as you decide what kind of influences you let in. Будьте мудры по отношению того, какое вы позволите, чему вы позволите влиять на вас. I felt confusion in my life until I got rid of all of the media. У меня была большая путаница в моей жизни до тех пор, пока я не отказалась от медии, от влияния медии. I thought movies were exciting. Я думала, что фильмы это что-то хорошее, восторг приводит. But now I know that God's plan was much more exciting. Но сейчас я знаю, что Божий план он гораздо лучше. And I love my life, and I know that God is good, and He has good plans for His people. И я люблю свою жизнь. Я знаю, что Бог благ, и он у него есть добрый план по отношению к своему народу. But we have to follow after that wholeheartedly. Но мы должны следовать за этим всем сердцем. So understanding that as a people, the people of God. То есть понимая то, что как народ Божий. They were getting ready for the marriage supper of the Lamb. Которые готовятся к браку невесты и Агнца. We should be excited that this is what He's called us to a marriage supper. Мы должны радоваться, что Он готовит нас к этому брачному торжеству. And so there's three things that I would just like to encourage all of you in with that in mind. И я хотел бы поощрить вас к трем вещам, имея это, учитывая это. One is prayer. Just continue in prayer, because as we communicate, we grow in love. Первое — это молитва. То есть, когда мы продолжаем коммуницировать и находиться в общении, мы растем в любви. In a human relationship, when you communicate with someone, then you grow in love for that person. В человеческих отношениях, когда вы продолжаете иметь общение друг с другом, вы растете в любви друг к другу. So the same in our relationship with God. Точно так же по отношению к с нашими отношениями с Богом. As we pray, we grow in love for Him. Когда мы молимся, мы возрастаем в любви к Нему.
And then fasting is something that I believe God is calling us to as we prepare for Jesus' coming. Второе — это пост. Я верю, что мы должны также поститься по мере того, как мы готовимся к возвращению Христа. In Matthew chapter 9, verse 14, Матфея 9:14. It talks about the disciples of John come and they ask Jesus why his disciples are not fasting. Там говорится о том, что пришли ученики Иоанна и говорят, почему ученики Иисуса не постятся. And Jesus says, how can the friends of the bridegroom fast or how can they mourn when the bridegroom is with them? Иисус им ответил, как могут печалиться друзья жениха, когда вместе с ним жених? But the days will come when the bridegroom will be taken away. Но придет день, когда жених заберется. And then they will fast. И тогда будут поститься. And so I believe God is calling his people to fasting and longing for Jesus. И поэтому я верю, что Господь призывает нас поститься и желание ожидания Христа. And then reading the word. И чтение слова. In Ephesians 5, it talks about husbands and wives being a picture of Christ in the church. В Ефесянам 5 главе написано, что мужья и жены отображают это отношение Христа и церкви. And it says there that the way that the bride is being made ready. И там написано, то как может невеста приготовиться. Is by the washing of the water of the word. Это будучи омытой водой слова. I like to think of it as taking a shower, just getting my mind renewed by the Word of God. Мне нравится думать об этом, как, например, принимать душ и быть обновленным, очищенным Словом Божьим. So I believe as God's people, as we pray, as we fast, as we read the Word. Поэтому я верю, что будучи как дети Божьи, когда мы молимся, когда мы постимся, читаем Слово. These are three things that are going to help us to be ready when Jesus comes. Это три вещи, которые помогут нам быть готовыми к возврату Христа. We know from the parable of the 10 virgins. Из притчи о десяти девах. That there will be some that are ready, that have oil in their lamps. Мы знаем, что будут некоторые, которые готовы, и которых есть масло в их. And there will be some that are not ready. И будут некоторые, которые не готовы. May we, as God's people, be ready when He comes. Пусть мы будем готовы, как дети Божьи, когда Он вернется. As it says in the book of Revelation. И как в Откровении написано. The Spirit and the Bride will cry, "Come." Дух и невеста воскликнут, "Приди." The Bride will be longing for the return of Jesus. Невеста будет жаждать возвращения Христа. So may we put aside all the distractions of this world that want to take us in a different direction. Поэтому да пусть мы отложим все, что отвлекает нас от Христа, и чтобы идти в это, все, что отвлекает с этого мира, для того, чтобы следовать за Христом по этому направлению. And set our eyes upon Him, who is the author and finisher of our faith. И устремим наши глаза на того, который является начальником, совершителем нашей веры. I also want to encourage you all that you are very loved. Я также хочу ободрить вас, что вас очень любят. Jesus came and he offered you to be in covenant with him. Христос пришел и он предложил вам быть в завете с ним. He said, "Drink of this cup." И он сказал, пейте из этой чаши. And he gave his life for you. И он отдал свою жизнь для вас. And now he's waiting for a wedding. И сейчас он ожидает брака. He's waiting for a bride that accepts the cup and is getting. Он ожидает для невесты, которая примет эту чашу. The bride is very loved. То есть невеста, она очень любима. So I want you to know that you are very loved. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, что вы очень любимы. And that Jesus is looking forward to coming back for you. И Христос ожидает, чтобы вернуться за вами. So we're going to close with one song. То есть мы закончим с одной песней. This song is a story song from the life of Mary of Bethany. И эта история, эта песня, это история Марии из Вифании. In the book of John, it says that Mary would have poured out a liter of spikenard oil. И в Иоанне говорит, что там Мария, она вылила ароматов, чтобы это самое. And in biblical measures, it would have been about this much. То есть по библейским измерениям это было бы такое количество. And then Judas says that this amount of spikenard oil could have been sold for 300 denarii. И Иуда сказал, что это количество бальзама можно было продать за 300 динарий. In today's currency, 300 denarii would be worth $30,000. Сегодня это было бы 30 тысяч долларов. So this gift that Mary poured out was a very costly gift. То есть этот подарок, который Мария излила на Христа, это был очень драгоценный подарок. And then Jesus says that Mary anointed her for that Mary anointed him for burial. И затем Библия говорит, что Мария помазала его и приготовила его как бы к погребению.
So Jesus has this fragrance of spikenard on him as he's being beaten. У Христа была его одежда, которая была пропитана этим благоуханием, когда его избивали. And as he was crucified. И когда его распинали. And I believe it was an encouragement to him as he endured the pain that he went through. Я верю, что это было ободрением для него, когда он испытывал эту всю боль. So we're going to share this song with you. Мы хотим поделиться с вами этой песней. Answering the call.
For having us, allowing us to share a little bit. We'll be around at the table back there if anyone has questions. Спасибо, что приняли нас. Мы будем также готовы, будем возле столов стоять, если у вас будут какие-то вопросы. And I would just like to offer a prayer. I would just like to pray. Я бы хотел помолиться. Father, we pray tonight that you would make us ready for the return of Jesus. Отец, я молюсь сегодня, чтобы ты приготовил нас к возвращению Иисуса. That we would be as a bride without spot or wrinkle. Чтобы мы были как невеста без порока. We thank you for how much you love us. Мы благодарны тебе за то, как ты любишь нас. We pray that you would help us to love you with all of our heart, soul, and strength. Я молюсь, чтобы ты благословил нас, чтобы мы любили тебя всем своим сердцем, всеми силами своими. In Jesus' name. Amen. Во имя Иисуса. Аминь. Thank you very much. Мы очень благодарны Господу за то, что у нас была возможность такая выслушать это свидетельство. Братья и сестры, я предлагаю, чтобы вы могли присесть. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами еще вместе споем общим пением, и затем у нас будет заключительная молитва. Хотелось бы по поводу участия, по поводу всего того, что поделился брат и сестра, сказать одну такую мысль, которая пришла мне во время вот их выступления, что все-таки есть люди, которые всю свою жизнь проводят в мечтаниях. Да, вот они говорят, как бы хорошо было бы, как бы хорошо. Иногда мы с вами находимся на этом месте, когда слушаем чьи-то свидетельства, видим, что кто-то что-то достигает, где-то у кого-то что-то есть, какое-то служение, участвует человек. И мы, может быть, где-то внутри радуемся за этого человека и думаем, ну как вот хорошо, как бы хорошо и мне было бы, да. И вот бывает такое, что мы свою жизнь проводим, и так вот и остаемся в мечтаниях. И, в принципе, смотрим назад и думаем, ну, кроме как вот таких желаний, а больше ничего и нету. Вот. А есть люди, которые вот эту мечту они притворяют. И вы знаете, Бог нам дал все возможное для того, чтобы притворить все наши мечты, которые связаны с небом, с Его царством, с расширением Его царства есть на земле. Он все нам дал. Он сказал, что я оставляю вас здесь, да, и Он говорит, что я вас посылаю, чтобы вы шли и проповедовали, благовествовали, рассказывали о моей любви, о моем имени. Поэтому это, друзья, доступно для всех нас. Я бы хотел вот на этом мысли, может быть, сделать акцент, что здесь ни одного нет человека, для которого это было бы нереально. Это не значит, нужно оставить семью, оставить свою работу, может быть, уехать вообще из города. Но это значит, что там, где мы находимся, Бог может нас употребить. Нам нужно быть на это готовыми. Нам нужно этого захотеть и действительно не просто мечтать об этом, а притворить это в жизнь. И Бог пошлет и обстоятельства, и ситуации. Он все сделает для того, чтобы действительно нам быть полезными в этом. Так что слава Богу за наших друзей, которые работают в этом, служат. Вот пусть их Бог благословит. Как уже было сказано, там в конце, в фойе есть стол, и там у них есть и аудиозаписи, есть видеозаписи, есть некоторые брошюрки, книги на английском языке, правда, но если кто имеет желание поддержать это служение, вы можете сделать это, приобретя вот тот материал. Там есть что-то бесплатное, есть что-то за плату, поэтому, пожалуйста, подойдите, окажите вот эту поддержку. Давайте мы вместе с вами, прежде чем мы помолимся, еще споем в общем общее пение номер 665, в час, когда труба Господня.
На этом наше служение подошло к концу. Мы с вами сейчас будем молиться. К молитвам у нас есть две очень серьезные просьбы. Но хочу прежде сделать объявление, что у нас следующее служение с вами будет в Портленде, если вы помните, в воскресенье. Если Бог благословит и даст нам жизни, то у нас будет торжественное богослужение в Convention Center в Портленде в 11 часов утра. Поэтому приглашаются все, поощряются, чтобы поехали туда все. Хочу напомнить, что от церкви мы организовываем автобусы, которые будут отправляться от Фредмайера в 9 утра. Собрание там начинается в 11. Мы выезжаем, кто хочет на автобусах ехать, в 9 часов утра от Фредмайера на Ланкастере. Для того, чтобы вам поехать, вам нужно обязательно записаться в фойе на листочке, который там висит. Там уже есть некоторые имена записаны. Если вашего имени там нету и вы хотели бы поехать на автобусе, пожалуйста, сегодня, сейчас после собрания запишитесь, чтобы мы знали, сколько автобусов нужно туда для транспортировки. Все остальные, пожалуйста, своим транспортом мы едем туда. Если кто-то по каким-то причинам не может никак поехать в Портленд, то для таких людей здесь еще будет брат, кто вместе помолитесь о благословении. Там собрание, но хотелось бы, конечно, всех поощрить ехать туда, на то служение. Это будет торжественное служение для нашего объединения. Там будут многие-многие церкви. Адрес, я не знаю, братья, если вы можете высветить, если уже выключено все, значит, тогда на столе там были еще адреса. Если у кого-то нет, то подойдите, ну, узнайте адрес. Есть на столе, там должны были оставаться еще флайеры с адресом Convention Center. И прежде чем мы помолимся, две записки, две просьбы. Первая – это семья Фадеевых просит молитвенной поддержки за своих детей, в частности Петра и Павла, и за их двух друзей и их семьи. Сказано так, что пусть Господь поддержит их в их скорби за их детей. Они попали в жуткую аварию и нуждаются в нашей молитве за них. Это произошло на Украине, в город Змеев. Двое из них – Петр, Павел, племянники Стаса Дзюбенко. Вот такая большая нужда, просьба молиться. Я, правда, не знаю, из этой записки или погибли дети, или, может быть, покалеченные, и надо молиться за родителей. Один мертвый, да? Понятно. То есть и дети такие, и нужно молиться и за детей, и за родителей. Вот. И вторая просьба к нашей церкви – это от семьи Агличевых, Саши и Веры, за их родственников, получается, это сестры Веры, сестра Оля, ее муж Рома и их дети. Оля находится в очень тяжелом состоянии и просит церковь, чтобы мы также помолились за Олю. Это тоже на Украине семья живет. Мы будем молиться за эти нужды. Также мы будем не забывать наших друзей, кто у нас в церкви находится в болезни. Тоже, друзья, помните, много может усиленная молитва праведного. Давайте мы помолимся. Наш Бог святой и праведный, мы благодарны Тебе за милость Твою к нам, Господи, за то, что Ты настоящий, Господи, жених, который придешь за своей невестой в назначенное Тобой время, Господи, и Ты сейчас ждешь, чтобы Церковь Твоя могла приготовить себя, Господи, и мы просим Тебя, чтобы, проходя этот земной путь, Господи, проходя через все невзгоды, через все то, что нам нужно пройти, Ты дал нам силы, мы молим Тебя, чтобы Ты укрепил нашу веру, Господь, чтобы Твой приход, Он не застал нас внезапно, чтобы мы были готовы на всякое время, во всяком месте, Господи, чтобы сердце наше, оно жаждало этой встречи с Тобой. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, благослови свой народ Израиля, который Ты собираешь также в свою землю для того, чтобы и для него явить свое обетование. Господь, мы благодарны Тебе за наших друзей, которые посетили нас сегодня с этим свидетельством. Мы просим, чтобы Ты их благословил обильно в их служении, Господи, в их посвящении. Ты знаешь все. Просим, чтобы Ты благословлял их и был с ними, и восполнил всякую их нужду. Господь, мы к Тебе сегодня приходим с нашими просьбами. Ты видишь вот эти заявленные нужды о семьях, о
детях, Господи, о тех, кто попали в эту аварию. Господь, Ты допускаешь вещи, у Тебя есть свои цели. Господи, сегодня мы молим Тебя за тех, кто в живых остался, Господи, кто в сложном, в тяжелом ситуации, но, Господи, мы молим о милости Твоей, чтобы Ты смилостивился, чтобы Ты мог послать свое исцеление. Господи, облегчи всякую боль. Мы просим Тебя за семьи, которые находятся в этих переживаниях, чтобы Ты и их утешил, Господи, и также послал упование, твердую веру на Тебя. Господь, благослови также, мы молим Тебя за семью Ромы и Оли там на Украине. Господи, мы просим Тебя за Олю, за ее состояние. Господь, также ее жизнь, она в Твоих руках, и мы просим о милости Твоей, чтобы Ты услышал молитвы многих, Господи, прикоснулся, и, если угодно, воле Твоей исцели. Господь, пошли это утешение также и в сердца и семьи, и детей, Господи, всех родственников. Прошу, благослови нас иметь эту надежду и упование на Тебя. Господи, за наших больных в нашей церкви мы также молим Тебя, чтобы Ты явил милость, прикоснулся и исцелил. Господь, когда мы разойдемся, Ты храни нас в дороге, в путях наших, в домах наших, также и воскресный день, это торжественное служение в Портленде. Мы просим, чтобы Ты благословил его, Господи, чтобы нам вместе, все церкви, Господи, чтобы мы, собравшись, могли поклониться Тебе и прославить Твое имя, чтобы это было хорошим свидетельством для тех, кто живут там, Господи, для того, чтобы имя Твое, оно прославлялось. Мы просим, устрой все по воле Твоей, за все Тебе слава и честь нашему Богу, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскрес! С миром Божьим!